Москва готова к прямым переговорам с Вашингтоном по регулированию ситуации на востоке Украины. Об этом заявили в российском МИДе. Там ожидают, что вскоре США назначат куратора в Госдепартаменте вместо Виктории Нуланд, которая занималась украинскими вопросами при Обаме. Напомню, ранее авторитетному американскому изданию «Вашингтон-Пост» стало известно, что администрация Трампа планирует перезапустить переговоры с Россией относительно ситуации на Донбассе.